В первую очередь это касается двух компаний – «Трасса» и «Транссервис-6», в которых до сих пор почти половина автобусов не заменены на новые. А ведь перевозчики, выигравшие тендер, обязаны были полностью обновить подвижной состав к началу курортного сезона. Если вы не закрыли, не выполните договорные отношения, которые были определены конкурсным производством, мы у вас эти маршруты будем забирать. Ты же подписываешь документ, контракт подписываешь, надо же его читать. Если ты его подписываешь, ты должен его выполнять. Конечно. А если ты не выполнил? Как может не выполнять вообще человек? Он что, не думает о том, что мы будем расторгать отношения? Всего в городе автопарк коммерческих перевозчиков обновлен на 70%. Предстоит заменить еще порядка 200 автобусов на 5 предприятиях. Основные претензии к машинам – это отсутствие кондиционеров и необходимого оборудования для маломобильных граждан. Сейчас глава поставил задачу уже в судебном порядке разобраться с теми перевозчиками, которые не успели к 1 июня обновить подвижной состав. И, конечно, мы сейчас это будем делать максимально быстро и жестко. Судебное решение позволит передать маршруты более ответственным перевозчикам, а проштрафившимся компаниям надолго закроют доступ к государственным контрактам. В целом же впереди у автотранспортных предприятий не только обновление подвижного состава. Сейчас активно внедряется система безналичной оплаты проезда. Договоры уже заключены, началось оборудование автобусов терминалами. Также осенью планируется выпуск единой транспортной карты «Пальма».